человек держит за руку и поддерживает, это очень круто. Ну, в принципе, да, все это время меня поддерживает. Несмотря на то, что у меня бывают жуткие перепады настроения. А знаете, что сейчас мы будем с вами готовить? Мы будем жарить пельмени. Да? Я думаю, это будет. Я просто не хочу ничего готовить. Мне придется говядину есть. Блин. Что? Что съесть? Говядину или... В Москве живем. Зай, можно чуть-чуть потише? Что там просто очень слышно. Спасибо, Кись. Очень красиво. Лежит тоже перепады настроения. Вы похожи. У Лёши? Мне кажется, Лёша всегда отличное настроение. Нет. У нас почему-то эти три дня мы друг друга так поддерживаем, что у нас так хорошо все. Говядину. Блин, так долго ее готовить. Рыбу надо есть. Вот согласна. Надо пойти сейчас купить рыбу. Я хочу приготовить нам, да, дорадо. Привет, Дагестан, привет. Что, надо розыгрыш, да? Не понимаю, что ли. Именно не тогда, когда надо звонить мне. Сейчас, подождите. Все, так, скажи мне имя, пожалуйста, классные шорты. Сколько тратишь в месяц? Я трачу в месяц минимально 120 тысяч. Это при этом я себе ничего не покупаю, по-моему. Я вообще себе давно уже ничего не покупала. Или покупала. Не помню. Но сейчас буду покупать. Начинается все-таки весна. Надо покупать. Все. Ты когда работаешь, нет времени. Завтра результаты конкурса. Человек обоз несчастной любви, никто не нравится. Если встречаться с третьим человеком после несчастной любви, то не нравится. После несчастной... Не бывает несчастной любви. Мне когда пишешь про несчастную любовь, мне кажется, люди немножко сумасшедшие. Вы сами придумали это несчастную любовь, если у вас несчастная любовь. Что значит несчастная любовь? Любовь не может быть несчастной. Это вы, значит, невротику, и вам это нравится. Если я хочу пострадать, поплакать, я иду, вынесу мозг, и пострадаю, поплачу. И все. Потом я безумно счастлива. Я, наоборот, счастливый человек. У меня самые крутые отношения сейчас. Знаете почему? Потому что я получаю в них все свои эмоции. И он уже знает это, поэтому нормально. Терпит. Я не против, не обязательно. Я даже просто иногда придумать себе несчастную любовь. Не знаю, никогда не была несчастной любовью, поэтому я вообще даже не понимаю, как люди так говорят. Про несчастную любовь. Несчастная любовь. Это если, конечно, ваша любовь умерла, вот тогда вас очень жаль, и вам плохо. И тогда понятно дело, что вам кто не нравится. А так это нормально, что вам это не нравится. Вы не готовы сейчас к отношениям, отдыхайте, кайфуйте. Вообще бомба. Супер. Вы должны время тратить, использовать. Вот опять, видите, вот почему мы держали на проекте, знаете? Потому что мне что-нибудь скажут, у меня эмоции. Классно, вы нас приятно смотрели. Хорошо, что ушли из дома два. Рассорили суд. Нет, не рассорили. Глаза кубешной матки. Блин, да, серьезно, не думала. Вы одни живете, а должны с кем-то еще? Наверное, имели в виду, что безответная. Не знаю, никогда безответно не любила, без понятия. Так вот, как вообще можно безответно любить? Ты выбираешь человека, которому ты симпатичен, друг другу симпатичный, любовь тем более. Какой тату? У меня нет тату. Ничего. Я бы не сделала никакую татуировку. Я же говорила, если мы сделали парня, кем-нибудь маленький, ну, имя парня, ну, ребят, вы меня плохо, видимо, знаете. Привет, привет. Ну да, ну вообще нужно делать коррекцию, вроде бы. Я думаю, что я сделаю, потому что вот здесь прям, видите, как хорошо форма. Все сверху. А кто выпендривается, не понимаю. Кто такие, когда заходят, мне вообще...
Это что было сейчас? Всегда слышно тихо как-то, не знаю, мне нормально все слышно. Сгорела где? В Питере? Я вообще не хожу забирать. Почему? Я даже не знаю почему. Потому что... Без понятия почему. У меня такие вопросы спрашивают. Почему мужики воруют детей у своих жен? Почему? Я хотите, чтобы я плохо сказала, я не буду плохо говорить. Как бы... Мы же не знаем, что у людей в голове. Несчастный, наверное, человек. Вот почему. Я записала с мастера Тима. Так, нет, я говорила про своего мастера. Да, конечно, я же алкашка, наркоманка. Каждый день колюсь. У меня лишь юридический прав. Не пишите чухню. Привет. Привет, Илюша. С днем рождения, пупсик. Бредная какая-то, все, ухожу, а тебе интересно стало, уходи, я плакать не буду. Нет, в Питере не знаю девочки мастера. Ты на ПП теперь? Нет, с понедельника буду только на ПП. Я бы сейчас не рассказывала про пельмени, я говорила, что мы с понедельника садимся. Убрать, красится больше блонд. Ну, как бы вообще мне сказали, что волос смоется, но видите, все смывается. Вы видите здесь блонд? Не знаю, я буду, наверное, Фриде наращивать волосы. Только с капсулами, видимо, можно сделать прям белый-белый. Я просто не понимаю, почему я такая темная. Ну, как бы. Хеллоу, расскажи. Чего она должна рассказывать? Я не понимаю. У нас в Питере нет уже. Второго ребенка. Не думала об этом, потому что детей еще в ближайшие 5 лет не хочу. Может, мечта есть? Нет. Я блондинка. Вообще-то, сейчас тоже. Ну, как бы так. Просто белые бывают разные. Угу. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как бы, это белый. Так. Да. Это загар мне тут. Это загар пятнами будет идти, поэтому. Рада тебя видеть. Спасибо большое, привет. Запалила вам чей переписку с девушкой. Там флирт. Мы пока не встречаемся, но он ухаживает за мной, да? А эта девушка подруга после нового. Просит прощения. Вы вообще не встречаетесь, я не понимаю, какие претензии. А что значит флирт с подругой? И, блин, все прикалываются с друзьями. Многие прикалываются. Вы не встречаетесь, вы думаете. Нет, если бы вы доводили, что страшное послание ему, то, в принципе, тогда да. Я же не знаю, что там у вас прописано, что за флирт. Может, он вообще не знает то, что вам сильно нравится. Бурятия, привет. Мне написал про эту песню, про Ибицу, я теперь ее пою. Боже мой, да что трусы разглядели, какой звук включил, у меня заключен. Как дела? Привет из Луганска, Луганск, привет. Как в Питере отдохнули? Нормально. Ты постоянно кофе пьешь? Да. Я могу пить 5-6 чашек кофе в день. Нет, сахар вообще не употребляю. Здравствуйте. Чтобы изменила себе внешне, ничего. Даже круть, я буду делать то, что у меня было как раньше. Считаю себя, ну, для себя идеально. Поэтому, ну, как, меня не парит. Я в зеркале вижу отражение, которое мне нравится. Да, телефон починила. Как ты воспринимаешь критику в свой адрес? Ну, смотря с чем она связана. Критика бывает разная. Могилёв, что написано на футболке. Гречанка, Водолей, 18 лет. Рост 170, самая
самая стильная, добрая. Это все? Леша, я что, самая стильная, добрая, это все? А, очень красивая. Первая красивая. Стильная, добрая, волшебная. Я хотела сказать, ты что? Лизу, где тортик? Какой тортик? После родов избавиться от растяжек, без понятия, у самой есть растяжки. Ну, просто космос. О, спасибо. Хочу пойти к косметологу. Что-то я прям... Так, девчонки, давайте делиться. Мне нравится процедура с кровью, говорила. Вчера я нашла кого-то, нереально у кого-то увидела врача, у него там подписчиков, приезжает в Россию. Какие-то там золотые маски делают. Тоже с кровью что-то там вообще вкалывают. Ну, короче, видите, я без фильтров теперь выхожу. Вот. Обсыпал-то мне понятно это эти. Ну, у нас у женщин бывает. Вот, короче. Ну, хочу, чтобы кожа была более упругая. Что делаем? Уже погода такая, можно, наверное, и всякие инъекции сделать. Чего она, да, очень красивая, согласна. У меня такие гены, у меня папа и тоже вообще бомба выглядит. Угу. Я не колю губы, я не понимаю, когда меня постоянно спрашивают про губы, вы что, губы делаете каждые 2-3 месяца, или каждые полгода, или каждый год? Ну, для меня это странно, извините. Я пилинг люблю. Пилинги мне не подходят. Нет, мы не в Питере. Мы не в Питере, мы уже летели. Плазмолифтинг. Вот мне тоже нравится плазмолифтинг. Стоит ли красить блондинку? Ну, и это уже я не знаю. Покажи фигуру. Это так все видели мою фигуру. Новокузнецк, привет. А где вы? Где Лёша? Лёша смотрит бои в комнате. Это ваши губы? Нет, я же говорю, беру подруг поносить иногда. Приходилось я после развода с мужем? Нет. Я немножко другой человек. Я не понимаю женщин, которые страдают по прошлым отношениям. Для меня это странно. Нет, ну, конечно, понятное дело, когда люди расходятся, они привязаны друг к другу и долго встречаются. Ну, месяц, два, три. Но если вы разошлись, значит, друг другу не подходит, что страдать-то? Понятно, есть привязанность, привычка, что вместе просыпались, все. Но это, мне кажется, как испытание. 20 дней, и организм перестраивается. Бывает, скучаешь, но только потому, что ты один. Ну, когда они страдают долго, ну, для меня как бы это странно. Вспоминают, что-то ковыряются, копаются. Ну, для меня это люди немножко, наверное, больны на голову. Ну, вы сами этого хотите, значит. Вы сами хотите страдать и умирать. Нормальный человек живет дальше, живет сегодняшним днем, находит свою любовь и живет, и дальше строит отношения. А если вы ковыряете себе и что-то там ищете, ну, как бы что-то у вас не то. Что-то мы сидим, можно краситься, пока мы сидим. Так вот, именно что сколько по времени, ну, поэтому и не сравнивайте проект вообще. Когда ты в замкнутом пространстве, ты не можешь пойти, как сейчас, думаю, сейчас в реальной жизни, когда ты можешь поехать куда-то, развеяться, увидеться с друзьями, или когда ты сидишь в замкнутом пространстве, и тебя закрыли в нем и сидеть. Поэтому мне не надо. Сколько? Через сколько начала Лёша встречаться? Через 2 месяца. И у меня безумная любовь к нему. Там таким даже и не пахло. Да, страдала. 10 лет. Больная она до сих пор платит, когда пропущу мужа. Я не верю ей. В этом плане Бузова крутая, в плане того, что она всех вас обманывает и все. Я не верю, что Бузова плачет про бывшего мужа. Нет, уже давно она про него забыла. Она уже давно знает, что она круче него уж что. О чем она говорит? Ей сам факт обиден, что ее предали. Это нормально. Многим людям обидно просто, что их предали. Но они плачут не из-за людей, поверьте мне. Самовлюбленные люди, люди-нарциссы, люди, которые себя любят, они плачут за то, что как-то так меня обидели. Но они не страдают, потому что это сделал он. Бузова просто думает, как это ты меня на вот эту непонятно кого
Вот и все. И ей обидно за это. Так многим и мужчинам, и женщинам. Кстати, мне тоже только это задело, и все. А так... И смотрю тебя, моя малышка. Ой, класс, вы готовите? Покормите меня. Так, все-таки надо купить рыбку сегодня приготовить. Ну, может быть. Как дела на личном фронте? О, боже. Не знаю, шикарней, наверное, не бывает. Хоть сегодня не в супер настроении проснулась, но он меня вообще веселит, бодрит. Это просто бомба. Мы друг с другом поговорили, пообщались, и у нас теперь такая хихи-волна. Даже если мне плохо, но он все равно у меня молодец. Подкалывала губы 23 года. Еще поговорим. 6 лет назад. Сколько здесь уже месяц? 10 месяц уже. Скоро будет год. Год. Детей не хотим, может, не спрашивать. Мы недавно пообщались. Подумали, что детей хочется иногда, конечно, хочется, когда любишь друг друга, хочется, да, мы разговариваем об этом, но хочется сначала встать на ноги. Тебе не холодно? Ну, должно быть дома холодно, потому что как травма. Делай так губы, как я делаю губы. Привет, привет. Свадьбу планируете? Нет, мы и не планировали, но в плане именно свадьбы. Если вы имеете в виду про расписаться, то это другое дело. Именно с Фаней играть мы не планировали. Да, мне голливудское наращивание, если я вам покажу. Конечно, хвост получается. Вот, и ничего не видно. Специально девочек чего не спрашивала. Видно-то? Ничего не видно. Мне холодно дома, люблю тебя. Мне тоже сейчас подойду на тапочки. Что пьешь? Пью кофе. Чашку кофе, и ты тогда еще налью. Как дела? Видишь, не айс как-то не ухожена. Но если вы дома с утра выглядите по-другому, я очень вас рада. Я выгляжу шикарно. А для дома. Как-то не ухожена. Я еще такие люди убивают. Да мне пишут. Ой, сейчас стало лучше, на проекте была более ухожена. Господи, вчера смотрела фотографии, все-таки я пришла на проект, до того, как я пришла на проект. Мама, ну, посидите там, и я думаю, посидите на проекте, где вам даже маникюр могут не делать месяца три, не красить волосы на островах, ни ресницы, ничего женского вам не будут делать. И как будете выглядеть вы? Я выглядела всегда, когда мне говорят, меня видят живо, говорят, что выгляжу лучше. Не знаю, я сейчас смотрю скрины и видео, которые мне скидывают. Я всегда хорошо видела. Не знаю, кого там что. Так вы слушай, господи, я выхожу сюда в эфир, какая я есть. Припуша. Я говорю, я сейчас даже фильтры не добавляю, потому что у меня все устраивает. Я просто на фильтры, помните, я вам рассказывала, что я сидела с Марго, с Сорокой, они, я смотрю в их эфирах, я такая красивая, думаю, что в самом эфире, у меня не такая мягкая кожа и так далее. Сейчас мне вообще пофиг. Вообще мы с вами разговаривали о чем? Передай привет Кате из Ачинска. Катюшечка, привет. Ложку убери. Опять пишет от меня по ложкам. Мне нравится с ложкой. Делай повседневный макияж. Тоже сказала, что мне лучше. Про процедуры говорили. Да, давайте лучше поговорим. Может быть, я схожу к косметологу. Я просто у меня прям... Я думаю, что мне сделать такое, что... Так, девушки, кому 30, меня поймут. А хотя сейчас девочки в 23-24 выглядят на 35, на 36. Да, это прикольно, когда видишь бабу, ей 23, а она выглядит старше тебя. Лет на 10 причем. Очень, да, очень плохо. А знаете все почему? Малышки мои, кто еще не колол лицо, пожалуйста, не колите так рано, в таком возрасте лицо. Не надо. Угу. Вот это вам вот сюда, вот сюда. Чтобы у вас вот этого, как они говорят, многие косметологи, надо убрать. Это все естественно. Даже ребенок, если поднимет, у него все равно будут здесь, конечно, не так много, но будут морщинки. Несчастье будет с ложкой, да? Не верю в это. Молодой, привет. Что делать? А липолитик можно? Липолитик, он же рассасывает жир. Но я смотрю, как Майя была, пришла, например, таким лицом полным. Отлично выглядит сейчас. Что делать, чтобы лицо было ухоженное? На самом деле, мне кажется, все-таки это генетика.
как бы, как ни крути, да? Во-первых, надо правильно питаться, чтобы у вас была хорошая кожа. Правильное питание. Вообще все идет из желудка, кишечник, желудок. Правильно питайтесь, и у вас будет хороший, здоровый цвет лица. Это 100%, я вам говорю. Когда правильно питалась, мне даже тоналка не надо было. Как я говорю, я чуть-чуть пользуюсь тоналкой, но чтобы не было видно покраснений. У меня была идеальная кожа, когда я правильно питалась. Катюша, здание у вас только с днем рождения. Счастья тебе, здоровья. Очень хорошо. Молодой лет назад спала, правь челку. Что мне так с челкой? Ты очень красивая, прям много. Спасибо. Пользуешься. С ложкой пить не все хорошо. Не поленись и бери. Я все время так пью, поэтому у меня все плохо. Коррекция была, хотя я готов наращиваю. 3. Зай, ты там песню уже, дискотеку слушаешь? Майна полится губы, ничего не заметила. По-моему, все нормально у меня. Ты все уже посмотрел? Что филлерами колоть? Да лицо не надо колоть, если у молодой девушки не надо вообще ничего вкалывать. Потом выглядите на 30, на 35 лет. Это я ходила к хорошему косметологу, я сказала, приходят девочки, но это просто зачем? Может быть, вы выглядите где-то симпатично, вам это идет, но выглядите взросло. Вы всегда успеете повзрослеть и постареть. Когда последний раз Леша ругались. Ой, когда это было? В караоке ходили. Все, может, мы не ругаемся. Нет, не выглядит. Как-то похудела после родов. Ну, это генетика, ребят. Ну, я не худела. Спасибо за совет. Нет, если у вас есть, конечно, морщина, знаете, у некоторых есть вот такая морщина, то вам нужно колоть, то вы меня не спрашиваете. Я же не видела ваш лоб. Есть у людей, я видела у меня знакомые, и в 15-16 лет морщина. Сильно, ярко выраженная морщина. Ну тогда, конечно, вам надо колоть. Это то же самое, что у вас вот такой нос, вам надо его переделывать. Я всегда за. Вот это да, надо. Но если у вас все хорошо, и вы просто, извините, у вас мимика лица такая, то ну, это бред. Пойдешь ли еще к тому мастеру брови? Да, к ней именно я и хочу пойти. 9 к днем рождения. Ты куришь? Нет. Не курю. Амата, привет. Привет, Амата. Я думаю, что готовить. Да рада сегодня приготовить, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Нет, не хочу. Отлично выглядит, спасибо. Какой рост и вес? 50 килограмм, 170 рост. Как относишься к курящим девушкам? Мне все равно. Ну, в смысле, своему ребенку говорила всегда, что это фу-фу. Хотя у нее бабушка курит. Ну, не моя мама, у меня не курит, это в семье. Ну, что это вообще неправильно. Ну, а так, это и дело. Главное, не при мне курить, и все. Вообще, что такое? Курит и курит. Это меня не должно касаться. Курила, конечно. На проекте, да. Так, не курю 10-11 лет уже. Который отвечает на все вопросы. Такие, что даже привет не передаю, бесит. Ну, я не всегда отвечаю на все вопросы. Не всегда могу. Теперь все за таты, все повторяют. Ты же, я за таты, ну да. Конечно. Именно. Интересно только, в чем я повторять могу за таты. Это смешно. И Шева особенно. И тем, что мы сходили все к одному визажисту, тогда я повторяю еще за Кахно. Я пошла к Зое, потому что Кахно к ней ходит. Я хожу к проверенным. Ну, так же, как все делают подружки, когда ты приходишь к подружке, говоришь, меня там офигенно накрасили, или я купила в этом магазинчике классное платье. Ну, как бы, мне кажется, можно сказать наоборот, но не так. Сейчас выглядят все на одно лицо. Да нет, не все выглядят на одно лицо. Это неправда.
Ты вылетаешь, да, одно лицо. Ты смотришь, какие качества цените в мужчине. В мужчине забота, доброта. Главное – забота. Забота, чтобы человек о тебе не забывал. Человек, мужчина должен радовать свою женщину. Но это не значит, что мужчина должен радовать вас Бентли и так далее. Мужчина просто не должен про вас забывать. И, в принципе, забота – это и есть, что даже с утра он тебе сделал завтрак, подарил цветочки, он как бы тебя пытается радовать. Я считаю, это даже не мелочи. Это и есть человек, когда с любовью, со всей душой к тебе относится. А некоторые просто делают подарки, чтобы над ее... Кажется, не знаю, какой это настоящий, нет, не настоящий. Пудровые брови, да, какие твои любимые духи. Такое наращивание не сильно портит. Привет от Натальи. Угу. Что написано в футболке, уже прочитали. Тата выглядит отлично сейчас, я с вами не согласна. Но мне, наоборот, нравится сейчас, тата лучше выглядит. Намного. Когда ушла с проекта, после проекта поэтому и говорят, почему? Потому что там сидишь, там в этом пространстве, там ничего не хочется. Никто и вообще не делает, а требуется девушки. Ну это странный мужчина, я считаю, все должно быть взаимно. Ты сейчас не накрашена, да, и без фильтра. Да. Что всегда на голове? Я смотрю, вас так интересует, что у меня всегда на голове. У меня волосы на голове, а что у вас? И девушка стрелец подходит друг к другу, наверное, когда посмотрите, кто-то познакомится, кого долей. Да, я тоже так считаю, что тата похудела и хорошо выглядит, отлично. Какое у тебя наращивание волос? У меня голливудское, но я недовольна цветом, а наращивание довольна. Покажи татуировки. Мне кажется, просто мне говорить, я не... Ладно, Лизка, ты держишь себя в такой форме, шикарно, посоветую тональник. Над забиванием пор. О, интернет вам в помощь, без понятия. Привет, привет. Питер, привет. Да, только оттуда смотришь, на два нет. Что сегодня будем готовить? Ну, мы сегодня принесли в зал, я думаю, что сегодня я хотела бы рыбу приготовить. Нет, не делаю ламинирование ресниц. У нас будет фу, все хорошо. Делюша. Радио появляется. Ну, блин, если я симпатичная, так зачем? Хотя я и пушу, выхожу. Леша в комнате лежит. Наручных волос. Я думаю, сейчас 55, но не 60 точно. Да, брови хорошие. Спасибо. Так, кто я? Леша, Питер понравился? Да. Он сам не ожидал, и даже я не ожидала, что мне может понравиться Питер. Я считаю, когда люди друг друга любят, им везде хорошо. Мы просто поехали, у нас были другие планы, и в итоге надо к всему относиться положительно. Я думаю, даже если мы поехали в деревню, если даже в Топсе, Леша классно провел время. Вообще, когда люди друг с другом, у них все хорошо, они любят друг друга, мне кажется, везде будет хорошо, даже в деревне. У тебя есть подруги? Вопрос странный какой-то, наверное. Не понимаю. Когда мне пишут, что я похорошела, всегда хорошо выглядела. Ты примерно много, да? Спасибо. Я не худела и не худею, ребята. Почему я вечно спрашиваю, как ты худела? Я не худею. С меня сердечки стали. Работаешь, работаю. Конечно, я с утра бухаю, видите? Виски с колой. Какие делаешь ресницы? Нет, с Петельком, кстати, мы не встретились.
Леша ему писал, звонил, собирались встретиться, и что-то нет. Мы пошли вечером в кино. Отлично, кстати, сходили в кинотеатр, хороший кинотеатр, мне понравился. Ты пьешь алкоголь? Алкоголь я пью очень редко. Ну, вообще, я сейчас могу сказать честно, что максимум, что я, наверное, могу выпить, это бокал либо вина, либо апероль, коктейль один, и все. Нет, я не пью, я очень редко пью. Очень. Меня даже Леша недавно спросил, Тося, когда пила последний раз? Вот эта серия «Свадьба» была, и то в 10 часов, потому что настроение хотелось поднять. Такие какие-то праздники, наверное. Нет, я не пью алкоголь, мне это не нравится. А фильм? Я же писала. Вчера Лёша катала прикольно. Нет, я боюсь высоты, нифига не прикольно. Мне было страшно. Я уже объясняла, я поправилась на островах, там многие поправляются. Я сразу похудела за 2 недели, как приехала в Москву. Я не знаю, почему вода там была, я не без понятия. Я не худела, я не сидела на диете. Питер не может не нравиться. Ну, мне он не нравился до этих выходных. Мой магазин, пожалуйста, посмотрите посты, и там везде он отмечен. Во сколько у тебя были первые серьезные отношения? 14 лет. Что счастливое? А в сторис, где вы компанию собирались, ты была под чем-то тогда? Под чем-то это под чем? Я не употребляю наркотики, я не курю травку. Как бы вам не хотелось бы, чтобы я была какая-то, с какой сторис мы собирались с компанией? Что-то я не понимаю. Только в караоке мы были, и я говорила то, что... И после этого мне было очень плохо. Все. Я очень редко. И то из-за того, что мы все вместе собрались, я говорю, до этого свадьба, а до этого еще месяца два я, наверное, вообще никак. Мне и так весело. Я просто веселый человек, это нормально. Я могу тусоваться, я прикольно танцую, у меня все хорошо. Без алкоголя. И мы когда ездили в Краснодар, я не выпивала, мы гуляли до 7, до 8 утра. Раньше могла даже до 9 утра гулять. Но это, знаете, зависит, конечно, от организма. Караоке ты была самая пьяная. Да, ну, я бы не сказала. Ну, человек, когда не пьет, видимо... Хотя никто не сказал бы. Я просто один глоток сделала, я уже была... Потому что я не пью, поэтому пить я не собираюсь больше, раз меня так уносит. Хотите в Китай, в Пекин? Нет. Скажи про твое правильное питание. Где Лёша? В комнате? С кем ты общаешься с дома 2? Погромче, да. Вспоминаешь свою первую любовь? Я не вспоминаю ни первую, ни вторую, ни третью. У меня первая любовь вот сейчас лежит там в комнате. Другой любви я не знаю, о чем вы говорите. Я люблю свою семью, своего ребенка и Алексея. Кто вспоминает отношения старые? Мне кажется, только люди... Я же сейчас объясняю, для меня это немножко странно. Если вы вспоминаете кого-то, значит, вы несчастны в своих отношениях сейчас. Молодец. Как можно? Блин, я каждый день улыбаюсь, просыпаюсь. Это милая ужаса. Ты что там делаешь, Зай? Кися! Ты вспоминаешь свою первую любовь? Сегодня какие-то день про любовь спрашивают. Любовный день? Да. Любовный день, любовный день. Парень охладел ко мне, что посоветуешь? Я думаю, что вам нужно его послать нахер, пойти тусоваться, чтобы он понял, что он теряет. Если он вас любит, то он быстренько сразу... Вот это советы. Придет в себя. Да. Он подумает, он Шаболда так и знал. Че ты врешь? Если охладил парень, что делать? Нет, надо приготовить ужин, свечи, да? И он потеплеет вдруг. Ну, значит, когда все на грани, надо ты сам знаешь. Если охладел, значит, есть причины. И как и у парня, так и у нее. Нет, ну может быть плохие причины. А если она хорошая девочка? Может она чересчур хорошая. Я всегда думаю, что такие чересчур хорошие, раз они спрашивают. Мой парень охладел. Она запустила. Ой, Леш.
Мы с тобой читали. Любовь — это когда и ты толстую любишь, и кривую, и косую. Это понятно. Ну, в смысле, ну, понятное дело. Знаешь, ну понятно, что если ты приедешь свинью, то тут уже любовь не поможет. Ну понятно, если ты тоже жирную свинью засаленную превратишься, то любовь тоже не поможет. Говоришь, что разницы нет. Не думаю. Жирная, она не жирная, какой-никакой. Может быть, его сейчас одолевают какие-нибудь красивые женщины, а она себя запустила. Откуда я знаю, как она выглядит? Это одно из предположений. Мне пишут, что я с макияжем сейчас, прикинь. Да. Что я все время не смываю макияж. Девчонки, я вас расстрою. Я сейчас без фильтров и без макияжа сказала, буду выходить всегда. У меня нет макияжа. Ну ладно, пускай для вас я с макияжем. Мне очень приятно. Привет, привет. Не ссорьтесь. Да нет, мы не ссоримся. Я, наоборот, люблю то, что мы с ним, у нас разные мнения. И это очень прекрасно. Это, наоборот, очень хорошо. Вы что? Было бы... нехорошо, если бы мы только думали об одном, обо всем одинаково. Это ж так круто поспорить, обожаю спорить. Угу. Лёша тоже. Будем. Он говорит, что ссоры задолбали просто. Так не ссорьтесь с ним, значит, услышьте его. Вы должны ходить с улыбкой, веселая. Ой, нет, если вы ссоритесь все время, то, конечно, это любого человека задолбит. Значит, вы должны услышать, что это уже сигнал, сигнал. Вы должны быть в хорошем настроении, говорить, он обалдеет. Прикиньте, вот вы ходили, все такая ворчали, 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 а потом бац, вы все время с классным настроением. Он подумает, так, блин, вот что-то не то с моей. Вот это да, тогда я вам советую. Ух ты ж, какая пришла сюда. Мила 68-69. А, да, именно такая. Почему в квартире пусто? У нас пусто в квартире. Нет, у нас это еще огромное зеркало придет. Боже, мы так его ждали, оно будет против нашей кровати. Это шикарно, это шикарно. Привет. Не делаю пилинги для лица, меня от них сыпет жутко. Сейчас переписываюсь с косметологом, и мы будем уже решать, что завтра делать. Посмотрите. Но сегодня у меня нет, я выспалась. Обычно у меня бывает вот здесь западает. Я люблю щуриться. Хотя мне косметолог говорит, что я ничего не делала, но нет, надо делать уже, видите. Ну, все-таки 30, не 20, конечно. 30, не 20. Как я себя считаю, красиво здесь я. Ну, с тебя дата поздневой, капец, я считаю. Прыщи везде. Ну, я не знаю, где вы видели. У меня везде прыщи сияют. Здесь их нет, только вот здесь. Ну, как бы женские дни, ну, бывают, ничего. Дай бог, девочки, вам так выглядеть. Если никогда пишут, думаете, что, блядь, вы бежаете, у меня с самооценкой с детства все хорошо. Прикиньте. А, такой в пюрсахаром без, тебе 30 не даже. Да спасибо, спасибо. Повесьте. Зеркало напротив постели. Новое повесьте. У нас нет старого. Старого. Мы заказали себе зеркало, да. Оно огромное будет. Мы будем видеть себя. Ответ. Та-та-та-та-та-та. Грубое обзывание. Лиза, вы приятная вообще девушка. Спасибо. Да, еще я и воспитанная. В отличие от некоторых. Вселенная, что с Китаем-то? А почему вас интересует Китай? И здесь никто не отвечает, потому что есть некоторые женщины, которым очень интересна наша жизнь с Алексеем, они лезут в нее. Поэтому много чего я не буду отвечать и говорить теперь. Потому что я не знала, что есть больные, неуверенные в себе женщины. Да. Кофе с молоком и без сахара, да. А, Саша, прекрасно. Леша, привет, хорошего дня. Планируйте Минск снова. Не знаю. Вот. У меня вялое. У меня бывает оно прям идеальное. Ну, как бы вообще, ну, хорошее. Мой говорит, что не накрашено вообще прям бусинусь маленькая. Ну, не знаю, что делать. Вот завтра пойду к косметологу, будем узнавать вместе, что делать с вами. Будешь устраивать конкурсы, да.
Мы же везде поедем. Как поедем, так узнаете. В Белгороде не была? Лизочка, ты молодец, ты хороший подход к мужчине нашла. Да. Леша мне говорит всегда, что я правильно поступаю, поэтому у нас все хорошо. Не думаю, что Лешка, ты думал, что будет везде гонять за своей женщиной. Если он будет с такой проблемной женщиной. И когда мне говорят, что мой Леша нацист, эгоист, который смотрит на себя в зеркале, такие мужчины не терпят женщин, которые проблемы, не помогают их решать, они уходят от таких женщин. Вообще многие мужчины, как мы знаем по психологии, уходят, даже если они не нарциссы, не красавчики, уходят от таких женщин, у которых много проблем. Не ездят за ними везде, не вытирают им сопли. И в такой период это говорит о том, что человек любит. Когда он идет против себя, против своих целей, оставляет любимую работу и так далее, и так далее. Это дорогого стоит. Просто многие женщины думают, что все должны, но это не так. Это самое главное для мужчины, я считаю, самореализация на первом месте. Но если он понимает, что сейчас он нужен своей любимой половинке в этот момент, то он оставляет это все ради нее. Понимаете? И свои планы. И какой он такой? Он не самый хороший. Какой такой, я говорила? Не понимаю, о чем вы. Спасибо. Да. Это тоже микро. По-моему, распыление у меня. Не знаю. Ой, сколько сердечек-то пришло. Привет, привет. Ты очень мило без... Да. Ну, качки красивые. За привет. Минский Гия. Я Минский Гия. Что? Моя сердечная подруга, смотри, общайся, зачем ты его везде с собой возишь? Пусть карьера занимает, чтобы обеспечивать тебя потом. Я его с собой вот именно не вожу. Нормальный мужчина, он сам поедет за мной. В смысле, я же буду ездить за мной. Человек либо хочет с вами быть и вас поддерживать, либо нет. Вот. Как бы он выбирает это. У нас сразу было обговорено то, что я ему и сказала, потому что сразу летим без меня в Китай, я буду решать здесь свои проблемы. Но он прекрасно понимает, что разлучаться на долгое время, неизвестно, сколько по времени с вызовем и так далее, и что мне нужен рядом сейчас. Ну вы же не знаете, в каком состоянии бываю. Что я выхожу в эфир и улыбаюсь, я же не всегда такая. То, что мне многие пишут гадости, обсирают, это нормально. Люди даже не представляют, как мне бывает плохо, и человек пораз даже испугался. Вот. Я думаю, он меня настолько любит, что боится даже меня оставлять. Потому что когда я одна, я могу уйти в депрессию, расстроиться сильно. Угу. Смотришь, да, может, буду. Нет, не смотрели. Два сезона тоже прошло, по-моему. Не покупала. Где покупала, уже там таких давно нет. Не знаю. Расскажи про ясницы, как часто их можно наращивать, либо надо перерыв делать. Я думаю, что нужно перерыв все-таки делать. Иначе останетесь вам без ресничек. Ты такая мармеладка, спасибо. Две серии только было? Ой, спасибо. Ставочка, привет. Заняться и нет. Не понимаю, что человек если бывает все круто, несмотря на это. Ты позитивчик, спасибо. Я уже жду этого момента, когда я буду прям счастлива, как раньше. Да, сегодня третья серия. Может, сегодня посмотрим, но мы в зал собираемся идти. Привет, привет. Бомба. Там мне интересно, сам уже забыл. Серьезно, правда, интересно? Я так хотела посмотреть. Я уже говорю, я так хочу посмотреть. Он говорит, ты что, с ума сошла? Мы все посмотрели. Тебе жалко, Черно, что случилось? С Черно. Ну, когда мне пишут матом и приказным тоном, то тебе могу сказать, моя золотая, вышла отсюда нахер,
И больше сюда не заходи. Еще раз напишешь мат, я тебя заблокирую. Я общаюсь со всеми нормально. И не позволю, чтобы со мной какая-то непонятно кто так разговаривала. Я вообще не понимаю ни культурных таких людей, ни воспитанных. Идите книги читайте. Занимайтесь своей жизнью. Слушайте, по-моему, там был симпатичный парень, нет? Шунга прям будет, она ни с кем не будет в этом шоу-то понятно. Если к ней охладил, она опять рыдает. Сегодня пробузом можно смотреть. Лизонька, привет, как ваша дела? О, привет, Паша. Привет, Паша, как дела? То есть, а ты тусуешься и гуляешь, а мы вернулись в Москву. Привет, привет. Пока-пока. Я буду долго ждать звонка. Обожаю тебя. Спасибо. Я вас тоже. А сын, когда гадости не пишете. Что за игдоры? Ребят, вы гоните, что ли? У меня столько сообщений идет, я не могу на все отвечать. Был какой-то, который сбежал. А я улетаю на отдых. Мы тоже мечтаем, видишь? А все никак. Куда ты улетаешь? Когда мы вместе все полетим куда-нибудь? Когда ты к нам прилетишь уже? Я уже соскучилась. Нет, ну надо вместе полететь, по-любому будет. Какая разница, куда зеркало? Зеркало, ну я сказала, над кроватью будет. Напротив кровати будет зеркало висеть, чтобы мы видели наше соитие. В Крым летите. Это смешно, мне нравится в Крыму. Нет, я не увидела свою дочь. Я не знаю, кто такая, друзья. Я помню про вас, Мирана. Надеюсь, что и вы туда прилетите. А, да Вика узнавала, она узнавала. Все нормально было. Мы должны были полететь, когда эта тусовка была. Они были не против, она разговаривала. Тебе скажу сейчас, Паш. В конце августа. Но у меня же операция должна была быть. И я сказала, что я не смогу полететь. Видишь, операцию я перенесла. А теперь у меня вот сейчас, когда будет операция... Ну, мы думаем, что мы полетим уже на острова куда-нибудь. Может, все вместе. К тому времени ты уже поработаешь. И еще полетим все вместе. Вот честно сказать, если у меня была бы свадьба, то я бы звала бы туда самых близких. Но это, наверное, был бы Паша, еще пару друзей Леши, моя сестра, ну и мои пару подруг, и все. И где-нибудь острова, только мы, наша любовь и наши друзья, которые... Вот это классно. Все, остальные все, я не считаю, свадьбу делать для кого-то. Родителям можно накрыть стол и в ресторане. Это кому пишет опять? Мне, что ли? Слушай, зовут мне интересно. Ладно, давайте давай придумаем что-нибудь, что будем готовить. Сохраню сейчас. Хотите бы что-то супер-пуперское приготовила, чтобы я? Мы можем... Леха в комнате соседней играет. Мы можем с вами... Я сегодня иду менять блендер. Я до сих пор его не поменяла, кстати, он сломался. И знаете, что самое приятное? Когда ваш мужчина говорит вам, что за 26 лет у него никогда не было любимого блюда, когда его спрашивали. Но теперь он может ответить, что у него есть любимое блюдо. Это мой печёночный пирог. Паша Лёшин друг. Был Лёшин, теперь мой друг. Нет, больше он не хочет. Вот. Скажите, это приятно. Просто я всегда слушала такие комплименты. Когда женщина вкусно готовит, это самое замечательное. Ну, только не очень замечательно, когда мужчина потом требует постоянно, что готовит. Вот так вот. Лиза, какое сейчас время? Лиза, ты поправилась? Ну, на пару килограмм думаю, что поправилась. Привет. Лёхе драники. Такое не ест. Кстати, я обожаю драники. Карбонару не хочешь приготовить? Я люблю карбонару, мне нравится. И она очень легко готовится. Бывает женская дружба, бывает. Если у вас разные интересы, разные симпатии и так далее. И если ваш друг вам не завидует. И подруга, по крайней мере. Вкусные. В Москве, сейчас в Москве. Я готовлю самый вкусный борщ. Это прекрасно. Минск, привет. Почему золото замуж за Бузову на Игорной? Ну, потому что сама Ольга Бузова – это хайп и игра. Но очень грамотная. Ну, вообще, она молодец, надо быть актрисой.
Леша правильно питается? Ну, если я ему готовлю блинчики и так далее, нет. Ну, с утра может позволить себе. У меня нет любимого блюда. Я все вкусно готовлю, у меня все любимые блюда, которые готовлю я. Планируешь рыбу, вроде говорила. Да, ну вообще мы с гречку, сосиской. Нет, такое не готовлю. Я вообще не понимаю. Если хочешь готовить для мужчин, надо что-то прям стараться. Очень есть вкусное блюдо, оно нереально легко готовится. Я всегда готовила своей мелкой и на проекте готовила. Капе еще нравилось, потому что это диетическое. Так как многие из вас, мы знаем, сидят на диете, я вам расскажу, как это готовится. Просто берешь грудку, вот можете ножиком порезать, можете отбить, отбивайте грудку и просто в яйцо окунаете. Яйца, в принципе, помешали в яйцо, без муки. Ну, с мукой вообще, конечно, в амбита получится. И получается мягенько, вкусненько, господи боже мой. Шикарно, шикарно. Хайп игра, спутать неинтересно. Дома уже, да, мы дома. Ну, не знаю. Лизочка, как же ты мне нравишься. Спасибо, если интересно, не смотрите. Согласна, если не интересно про Бузову, то уже Бородина нравится. В Питере сейчас нет, не в Питере Бородина, да как-то нет. Как-то нравится? А, нет, Бородина нравится. Не то сказала, не на тот вопрос. Да мне все нравятся ведущие. И спаржу запечь. Ну, спаржу запеченную явно мой любимый не будет есть. Селедку прошу, вы позавчера ели. Пекать грудку. И что, ее жарить надо или запекать грудку? Конечно, обжаривать с двух сторон. Сосед волос, плиз, не знаю, привет, ты делаю. Напыление пудровое, да. Как тебе Питер? В этот раз мне Питер понравился, потому что был Леша рядом. И когда я была с ребенком, конечно же, у меня дочка в таком возрасте, что она не особо любит гулять. Сами понимаете, дети, они любят бассейны, тусовки, гулянки, на детских площадках, детские комнаты, торговые центры, но не гулять. Поэтому первый раз я увидела Питер с другой стороны, и, в принципе, потому что со мной рядом был любимый человек, я мечтала. Представляете, у меня давно была мечта, что я буду в Питере. Еще года 3 назад я мечтала кататься по реке с любимым человеком. И я офигела, что все сбылось. В четверг на Курской была. Не знаю, а где в четверг была? Без понятия, не помню. А сколько не так? Рыбку в кляре, значит, посоветую. Рыбку в кляре? В кляре, не знаю. Лиза, это классная прическа со стороны. Слушай, на восторге. Где обрели? Спасибо. Сколько у тебя татуировок? 3. В Чечню? Что я буду делать в Чечне? Скажите мне. Я думаю, в Чечне в Калске все гостеприимные, да? Питер, погода порадовал. Первый раз в жизни я попала в такую погоду, да. У тебя в Чечне много фанатов. Фанатов или фанаток, или как? Не знаю, не выпадает волосы у меня. Я всегда была очень, поэтому, как бы, видимо, у вас с глазами что-то не очень. Жульен, нет, жульен я сама не люблю, и поэтому я не готовлю то, что я не люблю. Не больно делаю. Ты крута, у тебя сама речь, изюминка, она классная, слушать тебя удобно, да, устроить любимое блюдо. У меня нет любимого блюда. Думала, что продвигается, ни хрена не продвигается, и мне не помогло то, что все подали, видимо. И как бы мой адвокат тоже общался, человек говорил одно, а в итоге оказалось, что мы зря просто приехали. Что человек обманывает ребенка, он поменял сам номер, а ребенок, оказывается, он говорил адвокату, что я не звоню, не пишу. Моя дочь пишет, отправляет сообщение, неизвестно куда, потому что мы заблокированы, она даже не понимает, что она думает, что я не пишу, я не звоню, не отвечаю на сообщение. Ну, просто человек... Лёша, тебе, мне 29, Лёша 26. У тебя плохое зрение, не очень. Форель в духовке. Нет, сколько лет девочки? Лети в Иркутск. Что там делать? Сейчас закончится. Аникин, если знаешь, как у тебя, не знаю, такой бренд. Нет, не подкрашиваю, брови классные. Хочу еще быстрее сделать коррекцию. Да, надеюсь. Да ладно, прям под каждого. Слушайте, год была, не знаю, что-то под каждого, не помню. Берегите Лёша.
Его. Что? Берите его, вы русская? Нет. Ты сказала, что на футболке написано. Привет, хочу сказать, а вот все это нормально. У тебя, наверное, сегодня нет. У меня ни капсулы. Ты маски для волос ты делаешь. Очень красивые у тебя брови. А то мне делали уход в Питере. Хай. Спасибо. Борис, привет. Так, у меня сейчас будет выходить. Ну все, 30 секунд осталось. Нет, американцы. Ой, людские мне вообще американские. Егор, привет. Всем спасибо, кто прислал хорошие вещи. Любимый аромат. У меня не один любимый аромат. Вчера мне понравилось цеплять, кстати, на воздухе. Минус. Я очень люблю. Спасибо.